Здравствуйте, хочу показать вам позицию. Германия, мужской микс. Цена за килограмм у него 608 рублей. Вес упаковки 30. Себестоимость одной вещи здесь получается 243 рубля. Здесь такой костюм, жилетка и брюки. Спортивный костюм, размер М-ка. То есть он идет со штанами. Рубашка. Размер у нее М-ка. Это бежка. Еще одна рубашка. Так, размер у нее тоже М-ка. Такие мужские брюки. Это H&M, и размер у нее получается 52. Еще одни мужские брюки. И размер 54. Такая рубашка на большого размера 2XL. Джинсы. Размер 46. Рубашка. Размер М-ка. Еще одна рубашка. Размер у нее XL. Такие мужские брюки. Еще одна рубашка. Размер М-ка. И брюки. Еще брюки. И размер у нее 52. Такой джемпер. Размер М-ка. Размер L-ка. Состояние вещей крем. Размер L-ка. Сзади на локтях сделаны нашивки. Флисовая толстовка. Размер L-ка. Вельветовые джинсы. Размер 30. Рубашка. Размер у нее L-ка. Такая толстовка. Искусственная замша здесь идет. И размер у нее М-ка. Красный свитер. Размера нету. Такой с горлом. Свитшот. И размер у него L-ка. Джинсовая рубашка. Размер М-ка. Такие спортивные штаны. Adidas. Здесь немного пятна, но они оттираются. Что-то как. Такой вот джемпер белого цвета. XL размер. Мужское пальто. XL размер. Вот такие вот джинсы на мужчину. И размер получается 52. Такие брюки. И размер 40. Такая осенняя куртка. Размер у нее XL. Так, здесь шарф. Такая толстовка. Размер L-ка. Вельветовая рубашка, размер XL, брюки мужские, мужские джинсы, большого размера, размер у него 54-56. Так, брюки, они новые, с этикеткой, размер 36. Мужская футболка, это... Она новая, размер М-ка. Рубашка. Еще одна рубашка. Это пиджак. Так.
Так, рубашка. Она новая, это Tommy Hilfiger. И размер у нее М-ка. Еще рубашка. Это марка Polo. Еще рубашка. Размер М-ка. Джемпер, это шерсть. Размер у нее L-ка. Это получается Фредди Перри. Такой еще один свитер. Микки Маус нарисован. Жилетка. Размер S-ка. Такая джинсовая рубашка. Она плотная. Размер 42-44 написано. Свитер шерсть. А, это кардиган. Размер отрезан, нет. Еще один свитер. Размер М-ка. Такой на замке свитер. Здесь начес идет, искусственный мех, размер XL. Брюки. Они новые, синего цвета. Получается 48 размер. Такая олимпийка. Были штаны такие же, то есть это костюм. Размер у нее 54. Такие брюки. Такая жилетка. Размер XL. Мужские джинсы. Это дизель. Пиджак. Мужские брюки. Спортивные штаны. ХБ. Внизу резинка. Мужской пиджак. XL размер. Еще один пиджак. Размер XL. Черная рубашка. Размер L-ка. Свитер Hilfiger. Размер M-ка. Так, еще один свитер размер L-ка. А, рубашка. Это Том Теллер. И размер у него XL. В отличном состоянии. Еще рубашка одна. Размер 46. Еще здесь аксессуары. То есть тут перчатки, шапка, галстук. Так, трусы. Так, носки. Пара перчаток. Целая упаковка носков. И размер у них получается 42-46. Галстук. Галстук. Такая шапка. Еще одна шапка. Пара носков. Еще одни трусы. Зимние такие горнолыжные перчатки. Трусы. И шарф. Еще раз, это была позиция мужской микс. Германия. Цена за килограмм у него 608 рублей. Вес упаковки 30 килограмм. Себестоимость одной вещи здесь без аксессуаров в весе 43 рубля.